Спокойной ночи. Мишка, я потерял Мишку, папа. Ты, наверное, забыл его где-то в доме. Не знаешь, где он может быть? Не помню. Папа, я всегда с ним сплю. Хорошо, пойду посмотрю, может, он найдется. Идет? Спасибо, пап. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? Мне просто нужно время, Шон. И все у нас будет как прежде. Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. Спокойной ночи. Лорен Уинтом. Знаете ее? Это едва ли. А, Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне.
договоренности не принимаю. $50. Только без поцелуев и извращений. Заметано. Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник. Время вышло. Ясно? Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите, тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Будут еще жертвы, если не поймаем убийцу. Вы должны помочь мне, Лорен. Вдруг удастся найти хоть какую-то зацепку. Помочь? Вы ничего не можете сделать! Мой сын умер, вам ясно? Он умер! Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Что вы хотите знать? Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни и другими детьми? А Джонни жил с вами? Да. Конечно же, он никогда не видел моих клиентов. Я хотела завязать. Но нужны были деньги. Мне так хотелось увести его из этой дыры. Хотите? Нет, я бросил. Молодец. Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. А они нашли что-нибудь на пустыре? Улики, свидетелей? Нет. Сказали, что он убежал и наверняка скоро вернется. А через 5 дней нашли тело с фигуркой оригами в кулаке и орхидеей на груди. Время вышло, мистер Шелби. Я надеюсь, вы довольны. Проваливайте. Если вспомните что-то, любую малость, позвоните.
это я. Рой, зачем ты пришел? Я же тебе сказала, не смей являться сюда. Ну, киска, я же так соскучился. Урод! Лора, все в порядке? Да все путем! Проваливай, козел! Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить. Я тебе сейчас мозги вышибу! Вы в порядке? Жить буду, наверное. Кто это? Бывший клиент, придурок чертов. Совсем оборзел, я ей сказала, чтобы не приходил. Берегите себя. Он ведь может вернуться. Простите, если что. Мистер Шелби? Да. Спасибо. Вход запрещен, сэр. Пожалуйста, отойдите. Агент Норман Джейн, ФБР. Можете предъявить значок, мистер Джейн? Да. Да, конечно. Ладно, проходите. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо.
Запись видео за ним. Агент 47023, Норман Джейден. Вторник, 4 октября 2011 года. Время 08:04. Мне нужен лейтенант Картер Блейк. Спасибо. Лейтенант Блейк, агент Норман Джейден, ФБР. Заходил к вам в участок с утра, сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей и трупов, вы явились в адрес. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на 5 минут. Я тут тебя не слышу. Минуту, лейтенант. Ну, вы идете, Джейден? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около 6 утра. Пока это все, что мы знаем. Но можно не сомневаться, тут поработал мастер оригами. Свидетели есть? Пока нет. Тут пустырь. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то видеть. Где там коронер? Застрял в пробке, летит. Мы ждем больше часа, черт подери. На месте преступления много людей. Вы не боитесь, что затопчут следы? Убийцу не поймать, если сидеть на заднице. Мои ребята мастера своего дела. Не хуже снобов СПБ. Нет, нет, конечно нет. Я не сомневаюсь. Тони, я не желаю, чтобы журналюги всували сюда свои носы. Понятно? Есть, лейтенант? Причина смерти ясна? Никаких следов насилия. Полагаю, захлебнулся. Как остальное? Идеи уже есть? Мои люди обшаривают тут каждый сраный. Если убийца оставил какой-то след, его не упустят. Знаете, я тут малость занят. Может, мы с вами поговорим потом? Зайдите в участок. Конечно, я понимаю. Можно я осмотрюсь? Да пожалуйста! Эй, Джейден, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Мы теперь напарники. Ладно, а? Простите, это у вас не кофе? Там в термосе еще осталось. Угощайтесь. Когда обнаружили тело? Простите, но... Да кто вы такой? Норман Джейк, ФБР. Хотите задать вопрос? Обратитесь к лейтенанту Блейку. Погода шепчет, а? Часто тут льет. На дворе осень. Не привыкли к дождям в октябре? Ну да. Да, конечно.
ОРС-запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. Не представляет интереса. ОРС-запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. ОРС-запись. Жертва лежит на спине. Явных следов насилия нет. Жертвой лежит орхидея. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. Жертва Джереми Боуэнс. Объявлен в розыск 5 дней назад. Сведения в досье. Поверхностная рана на правом бедре. Судя по анализу крови, нанесена посмертно. Возможно, когда тело перетаскивали сюда. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Возвращаюсь в участок. Вы остаетесь? Да, я бы еще разок все осмотрел. Можете не торопиться. След будет сверху. Вероятность цветка на груди жертвы. ОРС-запись. Следы крови на путях. Анализ подтверждает, что это кровь жертвы.
отпечатки подошв рядом со следом пыльцы. Скорее всего, это убийца. УРС запись. Видны следы крови на заборе за железной дорогой. Это кровь жертвы. Убийца явно тащил здесь тело и отцарапал его, перебрасывая через забор. Скорее всего, это убийца. Следы шин на обочине за железнодорожными путями. Видимо, машина убийца. Полагаю, я уже нашел все, что здесь было. Thank you.
Бабочка. Лиса. Краб. Смерть. Смерть. Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там Шон? Он очень замкнутый мальчик, как говорится, вещь в себе. Он очень доверяет маме, а меня сторонится. А вы сами, Итан? Что чувствуете вы? Я не хочу больше жить. Не вижу ни малейшего смысла. Даже ради сына, Шона? Я не спас Джейсона. Шону не нужен такой отец. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Иногда у меня бывают провалы, и я не знаю, что я делаю. Я прихожу в себя рано или поздно. Сам не знаю где. И не представляю, как туда попал. Это может быть связано с той травмой? Сильное сотрясение мозга. 6 месяцев в коме. Трудно сказать, как именно такой шок скажется на мозге. На сегодня все. Продолжим разговор через неделю. А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобное ДТП. Не сказал бы, что я счастливчик, доктор. Хочешь перекусить? Что-то случилось, Шон? Нет, все нормально. Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Мне неохота. Будьте добры, пакетик клубничного мармелада, пожалуйста. Спасибо. Эй, я купил мармелад. Не люблю клубнику. Ладно, все равно спасибо. Что сегодня нового в школе? На меня.
меня опять наорала училка. Сказала, выгонит, если еще раз опоздаю. Нехорошо получится. Сделаем вместе. По рукам? Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Да. Давай, пап, хочу летать. Я тебя покачаю. Сильно, сильно. Давай. Качай же, пап! Давай, пап, выше! Давай, пап, выше! Давай на эту карусель. Спорим, я раскручу тебя так, что ты не удержишься. Ура! Давай, пап, еще быстрее! Быстрей! Быстрей! Давай! О, голова скружилась. Тренировка для космонавтов, парень. Thank you.
По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. Ага. Пап, я вспоминал, как все было. Тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало как раньше. И мне, Шон. И мне. Эй, пап, можно покататься на карусели? Можно? Конечно. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Один билет. С вас доллар.